тестирую машинку. Сейчас намотаю белых ниток. Шпулька одна, походу. Вот такой техники не видела, отродясь. Что-то вот плохо крутится. Села тут как раз, чтобы солнышко светило. Так, ну вот, заправила верхнюю и нижнюю нитку. Сейчас попробуем сделать первый стежок. Так, прямой выбор строчек. Сейчас зигзаг стоит. А как мне выбрать прямой? Да. Второй. Отображение образца. Ага. Третье. Рекомендуемая лапка. Хорошо. Пятое. Длина стежка в миллиметрах. Длину стежка я сделаю 3. Вот прямая строчка. Вот образец. Лапка. А что вот это? Средняя 4. Это позиционирование иглы. По центру. По центру. Ты, бандит. Ты чё рычишь? Твое место заняли, что ли? Тебе места мало? Прибралась на балкончике. Надеюсь, больше ветер не будет такой силы, что будет опрокидывать. Так, вот подогнула штаны свои. И сделала заплатки там, где у меня бракованные были, где дырочки. Вот такая заплатка. Это сзади, а вот спереди. Вот такая будет. Ну и что? Я художник. Я так вижу. Так, сегодня у меня был пробный опыт на машинке. Ну что, все получилось. Так что можно браться за другие проекты. Так, сейчас. Так, очередная доставка. Ой, хлебушек, хлеб, горош, кукуруза. Капуста, апельсины. Огурцов, яйца. Ого, бананов. Или это так кажется? Не, ой, офигеть. Тут, наверное, 3 килограмма. Зелень. Паста. Thank you.
пугай меня. Ой. Так, ждем 30-й автобус. Внезапно авария. Хоть бы не подрались. Вышли, покричали друг на друга. Приехала я домой, наш центр торговый,
Никто уже не гуляет. Фонтан не работает. Ну, сейчас по вечерам прохладненько. Всем пока. Здоровья, счастья и скорейшего мира.